Коллекционный томат. Королева ночи. Очень плотненький. На кожице на плотный антоциан. Кустик был урожайный. Крупный томатик 53 грамма. Два маленьких вместе взятые 41 грамм. На разрезе такой вот он ярко-бордовый, маслянистый, довольно-таки сочный. Семян много. Когда разрезала, тоже прямо обдала обоняние очень сильным вкусным ароматом, сладким таким. Приятный очень вкус у него. Сладкий, с маленькой-маленькой кислиночкой. Очень приятный. Какая-то фруктовая ноточка есть. Не то малины, не то клубники. Такой очень вкусный томат.